Второй крупнейший массив на территории Европы – это Франция, страна с населением в 544 тысячи квадратных километров, где как бы формально преобладает французский язык. Но это не совсем так. На 30% территории Франции преобладают окситанский язык и родственный окситанскому провансальский язык, который не имеет официального статуса и который является непрерывным лингвистическим континуумом с каталанским языком, который преобладает в провинции Каталония, одной из крупнейших провинций Испании, преобладает в провинции Валенсия на Балеарских островах и является государственным языком в княжестве Андорра, государстве, расположенном между Испанией и Францией. Формальными руководителями которого являются епископ де Урхелия из Испании и президент Франции. Второй большой массив – это французский язык, который продолжается до половины территории Бельгии, где проживают валлоны, который охватывает западную Швейцарию. Это территория французского языка и также маленькую провинцию Валле-д'Аоста на северо-западе Италии. Это второй блок с населением приблизительно в 60 миллионов человек, после немецкого блока с населением в 100 миллионов человек.